«Вредные инвесторы» — это канал про взрослые инвестиции. Там не расскажут про биткоин или книжки, улучшающие жизнь, только фондовый рынок и только долгосрочные вложения. Автор канала уже 10 лет самостоятельно инвестирует и делится своими результатами. Помимо этого, на канале есть уйма полезного материала как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Красивая картинка, хороший звук и никакой воды. И самое главное, «Вредный инвестор» не продает обучение или торговые стратегии. Канал существует на деньги подписчиков. Ссылка в описании. Российские СМИ опубликовали концепт вертолета будущего. Пропагандисты отмечают, что разработанный конструкторским бюро КАМОВ летательный аппарат способен развивать скорость до 700 км в час, будет оснащен новейшими двигателями и современным вооружением. Таких боевых машин нет ни в одной стране мира. Кусайте локти, буржуи проклятые. Вот только знаете, в чем главная загвоздка-то? А в том, что существует данный геликоптер исключительно на бумаге, в картинках, то есть... Это пока не более чем иллюзия, зато мы тут чего это изобрели. Гордитесь, дорогие россияне, подробности дальше. Начинаем. А вообще я балдю с наших слуг народа и их лакеев от типа журналистики. Они нас за дураков, что ли, держат? Постоянно хвастаются тем, чего у нас нет в принципе, и появится ли это что-то в обозримом будущем, вилами по воде писано. Пример с этим же вертолетом, пожалуйста. Его еще не существует, повторюсь, есть только чертежи, картинки какие-то, модель, нарисованная в компьютере, а пропаганда уже трезвонит на весь мир. «Вертолет, мы крутейший сделали!» Мультик про ракету «Сармат» и лазерное гиперзвуковое оружие помните? Ну, тот, что президент на канале «Россия-24» всем нам показывал из той же оперы. И ведь все достижения у нас такие. Ребята, скоро появится супер-пупер какой-то ух! Вот и картиночка этого ух, полюбопытствуйте. А реальное что-то, что можно потрогать руками, у России вообще имеется? Вон Илон Маск, он ведь свой электрокар Тесла не в виде бумажек миру презентовал. Китайцы самый большой на планете мост построили, это тоже не сказка. Он есть и он функционирует. Пересечь море на автомобиле. Сегодня остров Гонконг с материковым Китаем связал гигантский мост. 55 километров можно проехать за полчаса. Его уже прозвали «дорогой жизни». Поэтому и на открытие было все руководство Народной Республики. Мост Гонконг-Джухай-Макао объявляю официально открытым. А у нас очередные картинки и очередные обещания. Совсем скоро мы как удивим мировую общественность. Рогозин вот опять 1,5 триллиона на какую-то сверхтяжелую ракету просит, которую он на Луну собирается запустить. Вам тоже смешно? Вот и мне хочется задать вопрос, кто просит? Он вообще хоть что-то работающее произвел? Спутники эти ГЛОНАСС, вечно падающие, это же еще советские разработки, все, что нужно было сделать, собрать их как конструктор, доработать напильником там, где необходимо, и отправить на орбиту. Однако глава Роскосмоса даже с такой простой задачей справиться не в состоянии, на какую Луну он лететь собрался. Зато над теми же американцами вечно насмехается. Он очень талантливый инженер и блестящий пиарщик. Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда как-то завираться. А вот этот момент просто улыбнул. Это Маск, оказывается, блестящий пиарщик. А напомните-ка мне, господа, не мы ли, еще даже не зная, как и когда на ту Луну полетим, уже успели рассказать мировой общественности, что планируем построить на окололунной орбите какую-то гостиницу? Ну, цирк, ей-богу, ребят, вы ДК под Саратовым отремонтируйте сперва, дороги нормальные сделайте, хотя бы в крупных городах страны автомобиль простой создайте, такой, чтобы ездил и не ломался, и чтобы... Стыдно за такую машину не было, уж потом заикайтесь про строительство каких-то космических гостиниц, про создание каких-то суперсовременных вертолетов, про освоение других планет. Вот вы знаете, я когда такие глобальные хвастливые обещания наших чинуш слышу, мы тут такое забабахать собираемся, и ключевое слово здесь «собираемся», то есть не сделали еще, только собираемся. Сразу вспоминаю эту старую добрую шутку КВНщиков. А еще у них есть танк Нина Ричи. Не ездит, не стреляет, но очень красивый.
Это реальная журналистика в гостях у сказки сегодня. Впрочем, как всегда, поехали. Ну и на Землю давайте переместимся, а пока там Рогозин сотоварищи космическую гостиницу на окололунной орбите планируют возводить. В Приморье обрушился мост через реку Осиновка. ЧП произошло средь бела дня. В момент движения по мосту большегруза с картошкой не выдержали опоры. Но самое печальное. За грузовиком ехала легковушка, в которой находились два человека, женщина и ребенок. Оба погибли. Осиновский мост. На въезде в Осиновку. А дальше началось расследование, поиски крайнего, и никогда не догадаетесь, кого крайним-то назначили. Правильно, водителя грузовика. Сейчас мужику уголовка корячится, представляете, ему и так до конца своих дней жить с мыслью, что он убил женщину и ребенка. Так нет, мы его еще в тюрьму упечем, разумеется. Ну не чиновника же сажать-то, который принял тот мост в эксплуатацию и, скорее всего, абсолютно не занимался контролем по его обслуживанию. Мост через реку Осиновку, по всей видимости, не выдержал перегруза. Автомобилю с таким тоннажем было запрещено по нему проезжать. Мост постройка уже не первой свежести, поэтому специалисты посмотрели, что мост требует ремонта, поставили ограничения для того, чтобы большегрузы делали объезд. Не удивлюсь, к слову, что совсем скоро нам расскажут, что водитель тот грузовика, в смысле, оказался засланным казачком, что нашли у него в соцсетях какую-нибудь тайную переписку с украинскими националистами. Хотя вот в Рио губернатора Приморья Кожемяка уже сообщил, что проблемных мостов в регионе каждый второй, в смысле от старости, сыплются. Будем работать организованно вместе, выработаем и план график, и дорожную карту по ремонту, и подрядные организации подтянем. И эта работа должна быть, иначе просто у нас такая ситуация, к сожалению, может повторяться не только здесь, но и на других участках. Но кому до этого есть дело? Мы вон на Луне собрались потемкинские деревни возводить, да и имеется у следствия уже подозреваемый-то, на которого можно всех собак повесить, а пропагандисты как-нибудь данную историю заболтают. Главное, чтобы люди с ура-патриотического пути не сбивались, тем более в Приморье ж выборы главы региона на середину декабря назначили. Нехай народ лучше про будущий супервертолет думает и гордится, глядишь, и проголосует как надо. А вообще, господа, для чего я в очередной раз завел эту шарманку про одурачивание населения? А чтобы еще раз продемонстрировать, как из нас постоянно делают идиотов. Это называется пиаром, связями с общественностью. И в этом, в принципе, вся суть политики, особенно авторитарного режима, ну не рассказывает же народу о реальных проблемах. Весь авторитет тогда власть растеряет. А вот навешать лапши на уши про то, как космические корабли бороздят просторы Мирового океана или там о каких-то будущих свершениях, всегда беспроигрышный вариант. Недаром же нам много лет вбивали в голову эту историю про деды воевали, которой, к слову, лично мы никакого отношения-то не имеем. Все эти акции а-ля «Бессмертный полк» устраивали, тратя на них, на их проведение кучу денег. Народ должен почувствовать свою значимость, потому что, а потом делай с ним что хочешь. Избиратель, он ведь как маленький ребенок. Вы попробуйте хоть раз подслушать, о чем говорят дети в песочнице, а я вам расскажу. Какая у вас машина? А у нас та лучше. Какая у вас квартира? А у нас та больше. А мой папа сильнее твоего. Ребенок хочет верить, что его родители самые крутые во всей вселенной. Что он родился в самой прекрасной и заботливой семье на свете. Ничего не напоминает. Среднестатистический избиратель, повторюсь, тот же ребенок, он также хочет верить в своих маму и папу, в смысле в президента и в правительство, в незыблемость своей семьи, в данном случае страны, поэтому охотно ведется на любые сказки про белого бычка. Главное, что это здорово поднимает корпоративный дух. Вчера этот господин опять на Россию гавкает. Да что это мука такое вообще? А вы вспомните историю. На протяжении многих веков Россию пытались уничтожить, развалить. Ну, что из этого вышло? Наполеон пришел, мы пошли по Парижу. Пришел Гитлер, мы пошли по Берлину. Вы что хотите, чтобы мы прошли
по Манхэттену, что ли? Не будем забывать также, что и память-то у людей короткая. Им сегодня пообещали создать супервертолет, они возгордились. А через пару лет, поверьте, о том вертолете никто и не вспомнит. Можно будет по-тихому все это дело замять, а после начать народ грузить новыми россказнями о суперзвездолете, например, или о суперпароходе, неважно, главное дать человеку надежду здесь и сейчас, дать почувствовать собственную значимость, и у политика снова начинает расти рейтинг на вас и на данные вам обещания, ему по большому счету наплевать, ладно. Закругляться пора, это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в YouTube, ссылка на нее сверху, вы найдете больше гимнастики для ума. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже всегда есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока, пока. Вот так, один человек, а сколько пользы принес миру. Но с технологиями как? Они и сами по себе не добро и не зло. Вопрос, в чьих они руках. На 100 с лишним миллионов рублей обманули столичных пенсионеров телефонные аферисты. Представлялись сотрудниками службы безопасности различных банков и просили все данные банковских...